Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня я приехал в район Махмутлар. Хочу вам показать хороший вариант 2 плюс 1. В этой квартире никто не жил. Около античного города Наула. Южная и восточная сторона. Первый большой балкон. Проект был сдан в 2016 году. Цена квартиры 92 тысячи евро. Ликвидный вариант на рынке. У меня сейчас несколько вариантов бюджетных. Первый санузел с душевой кабинкой. Айдат здесь 800 или 1000 лир, точно не знаю. Душевая кабинка. Потому что айдат говоришь, потом на собрании меняется. Прихожая. Здесь у нас первый санузел, спальня, первая спальня. Полезная площадь вместе с балконом 90 квадратных метров. Нетто. Брутто здесь 105-110. Душевая кабинка большая, родительская спальня, вот это второй санузел. Тут полезная площадь где-то 13 квадратных метров от стены. Второй балкон, тут где-то 5 квадратных метров у этого балкона. Это сторона восточная. Расстояние до моря 400-450 метров. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Улица Ататюрка, улица Барбаросса. Вот в той стороне Мигрос есть, Шок, Бим, это сеть магазинов. Вторая спальня где-то 11,5-12 квадратных метров полезная площадь. Есть генератор, открытая парковка снаружи, бассейн, сауна, фитнес. За 92 тысячи евро 2 плюс 1. В квартире, в котором никто не жил. Даже видите, пленки еще стоят. Есть два лифта. Извиняюсь, проект не 2016, 2018 года. Да. 2018 года. Здесь сауна. Ну, работает зимой. Еще зима не наступила. Просто комнатка. Там беседка в той стороне. Открытая парковка также и снаружи, а также на этой территории. Вот беседка, зона барбекю, вот там мангал. Где-то вот здесь в углу ставите. Угу. Вот покажу вот фасад здания. Бассейн 1 октября, в основном во многих комплексах сливают. Вот это зеленое здание, глазами он виден вот так, вот так. Там улица Барбаросса, оттуда 100 метров до моря. Так что, дорогие зрители, цена 92 тысячи евро. Пишите, звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. Всем пока-пока.